Сметана, масло, йогурт, сыр. Более 20 наименований вкусной и полезной молочной продукции производят на Росановском племхозе. Традиции качества и новые технологии – девиз одного из крупнейших агрокомплексов Подмосковья. На Росановском племенном хозяйстве содержится 3200 голов животных. Каждая корова дает ежедневно около 27 литров молока, а это 65 тонн полезного напитка каждый день. А это более 700 тысяч тонн молока в год. Все коровы племхоза галштинской породы, которая отличается высокими надоями и сбалансированными компонентами молока. Агропредприятие с более чем полувековой историей в последние годы активно развивается. В последнее время мы подстроили комплекс новый на 1000 голов. Увеличили поголовье мы где-то 6200 голов. Стали заниматься мясом, выращиванием бычков. Где-то на сегодня выращиваем бычков где-то около 1000 голов в год. Стали цех переработки мы расширили. Предприятие посетил глава округа Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета осмотрел молочный цех, сыроварню, камеру дозревания сыров, коровник и, конечно, продегустировал продукцию. Сельскохозяйственный комплекс вносит значительный вклад в продвижение таких актуальных направлений, как импортозамещение и продовольственная безопасность. После санкций скажу, что у нас торговля лучше пошла. Правда, были немножко проблемы с упаковкой, скажу, что. Но сейчас наладилось, сейчас упаковка все пошла. Там были месяц-полтора проблемы, а сейчас у нас нормально идет позиции эти закрытые. И упаковочный материал есть, и фасовочный материал есть. В общем-то, проблем особых нет у нас сейчас в нашем хозяйстве. Полина Толмачева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».